В долгожданные новогодние праздники украсьте ваш дом снежинками из бумаги ваши. Вкладывая душу и сердце, каждая снежинка делается вручную. Снежинки очень просты в использовании. Вам нужен лишь распылитель с водой и чистая салфетка. Для начала очистите стекло от загрязнений. Теперь приложите снежинку и распылите достаточное количество воды. Удалите излишки воды салфеткой, слегка прижимая снежинку. Теперь дайте снежинке просто просохнуть. Эти украшения многоразово использованы. По окончании праздников аккуратно снимите снежинку. Подденьте край снежинки и слегка потяните ее. Текстура снежинки ваши очень прочная. Это 100% натуральный материал. Снежинка должна быть абсолютно сухой. Тогда она сохранит свою первоначальную форму. И вы сможете использовать ее в следующем году. Пусть снежинки из бумаги ваши принесут в ваш дом атмосферу тепла и уюта и подарят праздничное настроение вам и вашим близким.